Это тревожный симптом, отметили на совещании, тем более в преддверии летнего сезона, когда дети остаются без пристального внимания со стороны учителей и родителей. И поэтому крайне важно грамотно отработать программу летней занятости. В первую очередь трудные подростки должны быть в обязательном порядке трудоустроены. Кроме того, на заседание антинаркотической комиссии пригласили представителей 10 городских реабилитационных центров. Они рассказали о своих наработках в борьбе с нарко- и алкогольной зависимостью. Они предоставляют сертификаты на прохождение бесплатной реабилитации для наркозависимых лиц. 50 сертификатов предоставила одна организация, 8 из них уже задействованы, и 8 сочинцев наших уже выехали на лечение в другие регионы, проходят реабилитацию. Это, в общем-то, это и есть работа, да.